Приветствую вас, друзья. Toyota Camry. Вот такое у нас сложное повреждение. Попробуем что-нибудь сделать. Работу будем выполнять под покраску. Ну, а дальше посмотрим. Ну, вот такой вот у нас получается результат. Вот самое проблемное место – это вот центральная часть, вот где было, ну, такое гиперрастяжение. Удалось его растянуть, поставить на место без прибора, вот раскидать этот вот пузырь. Есть повреждение лакокрасочного на торцевой части конта, вот, поэтому, ну, работа под покраску. Вот здесь вот как раз лопнула краска. Вот. Сам кант, он, ну, не дочищен, так скажем, ввиду того, что для того, чтобы его дочистить, нужно расшить герметик с противоположной стороны. Ну, соответственно, если делать это без покраски, то необходимо это выполнять, эту задачу. У нас такая задача не стоит, поэтому у нас вот так останется вся вот эта часть. Ну, а так в целом, в принципе, здесь работа выполнена, вот, под покраску. И я думаю, что клиент останется доволен результатом этой работы. Для данной работы использовались вот эти вот инструменты. Два силовых от PDR Expert под пластиковый колпачок, короткий длинный нос, узкий китовый хвост радиусный, 40-сантиметровый, вот, для захода в примыкание к кромке. И брасовые радиусные, вот такие острые для очистки, как раз тоже примыкание кромки. Ну и, конечно, блендинговый молоток и вот такие вот пробойники с широким узким жалом и с жалом из цветмета для того, чтобы осаживать как раз жестко места, где есть герметик.